Послематчевая студия «Доста» со счетом 3-1 обыграла «Росконгресс». Ростислав Певнев. Ростислав, почему ты практически не играл во втором тайме? Жень, у меня была травма немножко. Сегодня на «Адаманте» сломался немного. Вот, приехал, думал, разогреюсь чуть-чуть. И первый тайм, в принципе, нормально. Во втором тайме уже длинную дал на Зотова. И все, сразу почувствовал, что дернул. Поэтому сказал Дмитрию Михайловичу, что лучше без меня. Вот, поэтому думаю, что через неделю буду готов. Вот. Сергей Ермаков где-то с тобой сегодня тоже играл? Тоже что-то дернул? Сергей Ермаков также, да. Сегодня у нас была игра утром на ПФК. Вот. У него тоже там что-то вроде как побаливает. Но много игр, много футбола, поэтому отсюда и вот эти вот небольшие повреждения. Александр Смирнов. Александр, а много ли игр сегодня было у игроков Росконгресса? Да, сегодня вроде нет, вчера были основные. Все предстоят впереди игры дальше. Бились, боролись, много борьбы, много навесов, много единоборств. В концовке пошли уже, да, вперед, уже чуть-чуть попридавили Досту, но, к сожалению, пропустили третий. И, тогда твои комментарии к этому матчу. Комментарии такие, что, мне кажется, была хорошая упорная борьба, что с нашей стороны, что с их стороны. Команда хорошего класса, соответственно. Я не скажу, что мы смотрелись как-то блекло на фоне их, по-моему, была отличная игра. Играли низом, играли в пас, играли также и вперед, поэтому просто чуть-чуть не хватило где-то, видимо, опыта вот этого, зацепиться за мяч и забить его. По сути, была мячная игра до последнего вот этого мяча, когда мы третий пустили, уже на самом деле игра закончилась. Но когда мы их придавили, тоже была вероятность, что мы забьем, могли хотя бы одну очку захватить здесь. Ростислав, до жаркой концовки, как обычно, довели. Точнее, не как обычно, а бывает такое удовольствие в этом сезоне. 2-1, преимущество где-то могли забить чуть раньше, но в итоге все в концовку перешло. Почему? Да, ты правильно, Жень, сказал. То, что у нас просто фаза завершения немножко сейчас в последнее время начала страдать вот в таких играх, да. И, мы хотим забить, мы хотим развить успех, у нас не получается. Вот, довели до концовки до такой, потому что, в принципе, подопечный Ярославцева Никиты Андреевича крепкий середнячок, который играет, такой, в принципе, боевой футбол. Вот. В конце была сека из-за того, что результат они могли сравнять. У нас был скользкий счет 2-1, да, в конце уже третий забили. Поэтому, против нас тоже команды как-то, наверное, бьются, настраиваются. Поэтому, что могу сказать? Фаза завершена. 3 очка есть и хорошо. Да, главная победа. Никита Андреевич, да? Ярославцев. Да. Никита, я задам тебе вопрос про Дмитрия Михайловича. Никита Андреевич, что говорил перед поединком, как настраивалось и в итоге что получилось, что не получилось? Он нас настраивал, что должна быть жесткая борьба, то, что мы не должны нигде выступать, ни на каком участке поля, соответственно, что мы и делали. Сказал, что мы боролись и пытались зацепиться за эти очки. Все. А Дмитрий Михайлович что хотел? Дмитрий Михайлович хотел, чтобы мы играли в комбинационный футбол и не сбивались на игру Росконгресса. Вот. То есть, чтобы мы больше владели мячом, не сбивались в борьбу. Частично мы выполнили сегодня установку в конце, судя того, что счет был такой близкий, плюс соперник подзавелся, пошла сека, подкаты, желтые полетели, но уже было как бы давление на нас, да, нам нужно было сыграть на результат. Вот. Поэтому мы тоже как бы пришлось показывать зубы. Вот. Поэтому, я думаю, не такая, может быть, яркая игра была по созиданию, по всему, но была борьба на каждом участке поля. Вот. Лучший любительский турнир в городе? Алепрома. Лучший любительский турнир в городе? Алепрома, конечно. Хочу еще добавить по поводу жесткой борьбы. Это команда «Доста», по-моему, начала ее подкатно стелиться, прямыми ногами лететь, а не с нас это все началось. Друзья, этот футбол был хороший, качественный, настоящий, мужской. Вам спасибо и до новых встреч.